Митрополит Самарский, Сызранский Сергий и бизнесмен и меценат Владимир Аветисян стали почетными гражданами Самары. Поскольку в прошлом году это звание не присваивалось, решением городской думы одобрены были сразу два кандидата. Теперь в списке почетных граждан города 59 человек. Всего же на присвоение почетного звания общественными организациями и жителями города было выдвинуто 6 кандидатур. С должным вниманием депутаты городской думы отнеслись к каждой персоне. Решающим фактором стала значимость заслуг человека для Самары. Безусловно, все люди достойны, многое сделали в различных сферах жизни. Но если говорить о нашем владыке, да, то совершенно очевидно, да, это не только количество храмов, которые, безусловно, и украсили наш город, но и тот уровень духовной жизни. Если говорить о Владимире Евгеньевиче Аветисяне, помимо многих очень значимых для нашего города проектов меценатских. Сейчас принимаются решения при активном участии Владимира Евгеньевича об открытии на территории Самары, Самарской области высокотехнологических производств.